Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю по факту исчезновения 11-летнего мальчика в поселке Эльбан расследуется уголовное дело, возбужденное по статье убийства. По версии следствия, днем 7 июня 2015 года жительница поселка Эльбан вместе с 11-летним внуком отправилась гулять. В какой-то момент времени женщина отвлеклась и потеряла из вида ребенка. После этого она сообщила об этом матери мальчика. Вместе женщины попытались найти ребенка, но у них ничего не получилось, и они обратились в правоохранительные органы. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, продолжаются поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.